Ох, эти собаки наши, любовь наша. А мы сегодня ходил, пока это лабрадорша Луна была, пока Луна бегала за мячиком, за шариком. Ему было неинтересно. Как только я собралась уходить, он сразу понял, что мама уходит, сразу побежал нюхаться. И так вот бегал нюхаться. Я потом ушла оттуда, из парка, потому что грязно. Маленькие дети говорят, вообще гэдник. Это вообще. Это самое. Я говорю, ну так посмотрите, как любите. С любовью относятся к собакам. Ну вы стоите подобрали. Ну как бы возброшенные две собачки. Одна голова чевчарки, чего я не могу понять. А дальше кудрявая. И все краски, какие можно собрать. И у нее шерсть вот эта кудрявая собрала. Она в свитерочке в таком. Парнишки. Ну, это же слава богу, что они люди такие добрые. И она вот взяла битого мамы, ну, назвала там две породы, тоже брошенные. И это самое. И Джек с ней играется, и та девчонка. Одна маленькая, такая низкая, а другая высокая, такая, ну, чуть выше Джека. И это самое. А она защищает себя, защищает, не дает ему. И она говорит, она может даже прогнать собаку. Вот так. Начинает гавкать, да. Вот так. Говорит, ну, ее очень зло к ней относится. Мы решили, да не Дэвита, пей, пока не остыл, заказать вот такую наливочку себе. Миг джина, всем трава, брау дюрсо, наливка, ежевика, корица, лимон, красная смородина, апельсиновый мармелад. 6 по 35, 750 рублей. Девочки, это просто дамское наслаждение. Это нечто. Вот на 3 глоточка у меня получилась вот эта вот, вот такая вот пипеточка. На 3 глоточка. Но до такой степени вкусненькая. Знаете, тепло по телу так. Такой легкий кайф, девочки. Легкий кайф. Вот как раньше наливочку пили, маленькие такие рюмочки стояли. Раз, наливочку, раз, и для настроения. Аперитивчику называлось. Да, и для настроения, и просто шикарно. Вот такой вот чай с малиной у меня. Очень вкусный. И чай травяной еще заказала я. Барабульки. Будем сейчас ждать вынос блюд. По готовности. Так вот. Для вас винегрет. Так, давайте вот сюда. О, какой винегретик сам с хамсой, девочки. Хамса. Наша черноморская хамса. Вот такая утиная грудка. С соусом. У Иры салат из морепродуктов. Авокадо тут есть еще. Куриные крылышки с картошечкой. В общем, наслаждаемся, сидим. Просто шикарно. Мастер дела туго знает. Хрустят, прямо слышу. Хрустящие, обалденные. Да? Вкусно очень. Девочки, захотела вот такую винегретика с нашей черноморской хамсой. Смотрите, какой красивый. Мелкий. Я люблю, когда мелкий такой винегретик с черноморской хамсой. 200 грамм стоит 265 рублей. Ой. И это остынет. А я бабушке полосу. Девочки, обалденный винегретик. Чувствуется горчичка. С килькой? С килькой, с хамсой. Но хамса сверху. Угу. Украшена. И, кстати, я пробовала шубу, которая порезана кусочками. И мне она больше понравилась. Шуба, порезанная кусочками. Там только яблочко еще. Немножко ингредиенты изменить. Туда можно хоть соленый огурчик, хоть свежий огурчик, яблочко. И поливают не обязательно майонезом. О, там даже вкуснее. Хамса какая вкусная. Да? Блин, после вкуса какое. Мы все лето жили в Крыму, в Малоречке. И не ели рыбы вот свежего вылова. Не было. Куда она надевается, я не знаю. Прямо хочется нажарить рыбу, чтобы нажарено, вот свежее прямо при тебе нажарили. Вон опять.
все мороженое. Барабулька? Нет, нет. И мы когда приезжали, нам жарили рыбу. Прям с кишками совсем. Мелкую-то. В Анапе нет хороших ресторанов. Может, в новых микрорайонах, может, и есть, где вот южные. Южные там вот эти. А в центре там ерунда. Мы где-то сидели, когда приезжали, когда Суша жила. Мы зашли буквально, что-то поели жидкое. Больше. Девочки, обалденный винегрет. Шикарная хамса, малосоленая, до чего вкусная. И винегрет с горчицей. Девочки, это нечто. Когда винегрет с горчицей, я просто обожаю. Не надо никакого хлеба. Просто вот так. Сыр не очень. Да. Вообще. Куриная. Я не очень люблю, если честно, куриную грудку. Ее надо правильно. Это не куриная, это гусь утиная. Утиная грудка, ее надо это правильно готовить. Возьми у меня микрофон. Слышишь? А соус какой? Соус. Это слива. Вообще кутиной крутки идет очень хорошо. Брусника или клюква. Ну вот это ничего, нормально. Но мне лучше понравилось. Не хочу я. Не понравилось? Я люблю такое. Вот все, что недожаренное, вот это я не люблю. Медиум сделает. Я не люблю. Ну, сыраем, да, совсем. Только после поджарить. А ну, чё вообще? Я не люблю эти кучи. Можно инжир украсть? Можно украсть инжир. Ну и попробуй соус. С твоим этим. По ютубу будет прямо. Слышишь? Да, Юрий, смотри, я ещё не попал. Возьми. У меня сейчас будет картошка фри, большая. Попробуй вот. Может, ты любишь такое мяско? Попробуй. Да. Слушай, я такая сижу в перчатке. Вот этот соус тоже хорошо. На, соус прям макни сюда. Оно не такая. Не соленая, не печеная. Сеть с огорода. С огорода. Это не для меня. Запах. Я Юрочку выдавала замуж, когда мы заказали кафе в офисном центре. Слышишь? На одном из этих. Тебе тыди отдадут. Тыди с удовольствием съест. Вот тут он басынный. Я уже... Слышишь? Не, я хотела... Я уже сладкая. Все сладкое. Ты ешь, если хочешь. Ну, не. А что ты? Я пробую. Пробую. Хотите морепродукты? Вон, мясо лучше поешь. Мне нравятся вкусы вот такие, когда добавлено не варенье, а именно кисло-сладкий. Вот из фруктов или ягод делают соус. Да? Да, мне нравится, вот добавляется. Ты гурман. Ну, не сладкое. Да, не гретик. А эти утиные грудки, это баловно, баловство. Она полусырая, мне не нравится. Да? Девочка, надо заметить. Медиум, чтобы они спрашивали, просто у людей. Это даже не медиум. Недоготовленная. Потому что это старое. Снаружи.
Они тоже не замариновано, почему их кушать. Земли. Как вам все нравится? Утку забирайте. Что такое? Не понравилось. Во-первых, она сырая. Она даже не медиум, она даже не то, что не прожарена. Давайте это дальше. Она сырая совсем, видите? Видите? Она безвкусная совершенно. Ни соли, ни сахара. Ой, ни соли, ни перца. Сейчас я шоколадную сегодня. Мы никому не скажем. Я тебе вкусно, вкусно. Я помню, как я кидал блюдо. Все это пробовали со мной. Юлия? Такое жутишко. Ты спроси сначала. Если вкусно, то вкусно. Винегрет очень понравился. Я винегрет готова каждый день есть. Только кто привел меня к делу. Я эти салаты не люблю только из-за того, что с ними возник. Но я вчера достала свой нейсер дайсер кубиками. Я 5 минут нарезала. У меня тоже минут. Есть. У меня тоже. На самые мелкие кубики. По пятачкам или чупок. Я что, покупала, готовую? Я сварила, я купила. Как в рынок заходишь наш? По ряду, который к магазинам, который справа, ближе к почте. И вот так идешь? Я поняла. Говорю, вот такая меленькая. Для столения варенья. Меленькая такая, туда дальше идешь. Почти в конец. И парень торгует. У него и свекла. У него очень вкусный это. И морковка хорошая. И вот я люблю эту мелкую. А вот для соления варенья, они привозят прямо в коробках, она вот так выложена. Шикарная свекла, шикарно сладкая. Я ее варю в час, ну я помыла, а вообще запекать мне очень вкусно, запекать. Фольгу, помыл под фольгу. Ну это, я ее варю час, она варится, потом слила воду, под холодную воду минут 15. Все, она хрустит, она отличная. Я раньше замораживала, наварю. И всегда у меня есть, я утром достала замороженную, вечером пришла, все, только нарезать. Не понравилась нам утка. Ешь. Не надо мне ничего, Ира. Ешь, надо. Картошечек, смотри, ешь, да, хрустящая. И курочку возьми. Курочка вкусная, ты крылышки не ела. Возьми. Я уже наелась. Ну так, сытно все. Бери еще. А крылья вкусные. Ты знаешь, как эти делают? Ну, щепляк мы делаем. Шеф-повар сказал, да, уточка сыроватая. Давайте мы для вас приготовим ее, чтобы вы насладились. Нет, не готовьте. Очень вкусные винегрет. Винегрет? Обалденный просто. Замечательно, что вам мне понравился. Крылья очень вкусные. Как вам салат с морепродуктами? Да не было. Так, у нас пицца еще, картошка фри. Так нельзя говорить. Я же очень нормально. Ешь. Нет. Ты говоришь, у нас еще пицца, это у вас еще пицца. У нас еще пицца. Прозабили? Фунфурики-то выпили? Фунфурики. Помните раньше? А, ну это пробирки для крови, вот такие пробирки. Да, да. Придумают же. Химичат колбы. Похимичим. Это называется надо, наверное, так. Да. В ресторан, в кафе, нет, мы пойдем похимичим. Похимичим. Ой, правда, вкусные очень. Ешь. Девочки, крылышки здесь просто охерительные с картошкой. И много. И палочки. Они не из теста хлебного, они из теста, которое делают хрустящий хворост. Они во рту тают. А еще сейчас что-то покажу, увидела. Какие приборы стоят? Соль, перец. А, вот ты показываешь. Ложки, вилки, поварешки. И марафон. На кружочке ты еще. Кружочки. Когда открыл.
покажет, у него 300 тысяч человек. Да. Он на 300 тысяч делает конференц, его много-то города. И не надо сюда. Много. Походила женщина, которая делает кашпо и из веревки плетет, и она вот эти все трубы закрывает, и так красиво. Девочки в барабульке. Все приборы на грани фантастики. Смотрите, для соли. Какая интересная. На пружинке. Соль, перец. Тяжелая такая. Тяжелая. Так, девочки, объелись. Да, пицца. В общем, поели, чай очень вкусный. Все, барабулька, как всегда, на высоте. И обслуживание, и атмосферненько так посидеть, знаете, прям можно в радость прийти и поболтать. Хоть час, хоть два сидим. Да, заказал себе пиццу, заказал кофеечек, заказал чаечек. И сиди хоть целый день. Спасибо огромное. Девочки, ну и напоследок. Все туалеты, шикарные туалеты мира. Ресторан «Барабулька» в Краснодаре. Боже мой, какой антураж. Какая красота. Девочки, я, конечно, дурею на Тедика. Нагулялся, наелся, пришел, перевернул всю постель у матери здесь, все перевернул. И сел, аккорды смотрит. Смотрите. Перед сном он все время смотрит телевизор. Вот что за ребенок, я не знаю. Это не ребенок, это чудо какое-то. Это чудо расчудесное. Лапки-то посмотрите, смотрите. Еще и лег так. Нравится тебе, да? Ой, чудик мой. Песенки там поют, дяди песенки поют там. По телевизору песенки поют дяди. И что, и по постельцу перевернул, как я теперь буду? Вот так вот.